Меня зовут Митишкин Юрий, представляю проект «Домуникатор». Вот он немножечко преобразился, стал более приближен к реальной жизни. Вот. Какие основные проблемы? Он посвящен проблемам ЖКХ. Какие основные проблемы? Это то, что жильцы не могут собраться на общую площадку и договориться о чем ни было. В доме проживает большое количество людей, дома у нас очень, как бы, квартир много в домах. Там, ну, если скромный дом, это 30 квартир, если побольше, это 400. Вот. И просто физически невозможно всех людей собрать одновременно. Вот. Для этого специально также жильцы, проживая в своих домах, они не видят тех проблем, которые стоят перед домом. Они ходят мимо них, перешагивая через них, и даже не обращают на это внимания. Вот. Каким образом это предлагается решить? Ну, создать интернет-площадку, на которой будут в удобной форме представлены все события, которые происходят в доме. Вот. Там можно будет узнать о состоянии дел, поставить в известность соседей о том, что хотелось бы сделать в доме, какие проблемы видит каждый посетитель, то есть каждый жилец, он может об этом сказать. Ну а также можно известить соседей о том, что ты сам лично сделал для дома. Вот. Хакатон мне помог конкретизировать задачу, которую я перед собой поставил, а также создать прототип сайта. Вот. Ну, покажем. Ну, пользователь сначала заходит на главную страницу, там он находит свой дом, и после этого он получает... Вот он заходит. Дальше на новости. Там есть карточка дома. Карточка дома – это все техническое, как бы это паспорт дома, в котором указано там количество квартир, сколько квадратных метров, там паспорт дома. Вот. Вот это вот сама по себе карточка дома, как пример, как начальное ее состояние. Здесь могут быть все документы, связанные с домом, которые интересуют жильцов, как официальный источник. А? Следующий этот самый. Любой человек может написать проблемы, которые возникли, которые лично у него возникли, которые он видит, что желательно бы их решить общедомовыми средствами. Вот. Также здесь можно прокомментировать, обсудить. И, как предполагается, при помощи сайта известить широкую общественность дома о том, что, ну, пользуясь администрацией многоквартирного дома, через администрацию. Ну, а также здесь содержатся отчеты о том, что проделано в доме, что, какой был сделан ремонт, там сколько было на это потрачено, или если это было сделано, допустим, на общественных началах безвозмездно, кем бы то ни было. Вот. Ну, по большому счету, я закончил. И что я хочу, что мне необходимо для дальнейшего развития, это, ну, сделать более полноценный сайт. Вот, а также, ну, как бы исследовать, каким образом это помогает жильцам, и уже отталкиваясь от этого, сделать соответствующие доработки к сайту. Спасибо за внимание.